Смотрите, вот эта вот приблуда, цепь толстая, она сейчас бесхозная, у нее появится хозяин. Вот эту цепочку я пополам сейчас распилю, и будет новая приблуда в нашем спортзале. По 14 килограмм. Что можно делать? Можно делать на бицепс. Можно делать на плечи. Можно делать на трицепс. Можно сделать две цепочки положить. Я показываю, как что можно сделать. Можно сделать протяжку плечевую. Опять же, мы можем сделать подтягивание и отжимания на брусе. Ну а соответственно, кто может сделать с 14 килограмм? 14 килограммов. Кандалы, мля. И отжимания на брусьях. Ну а для тех, кто может больше сделать, можем две повесить. Ну, по крайней мере, я не пробовал с 28. Ну, с 20 я пробовал и подтягиваться, и отжиматься. Ну, до 8 раз первый подход точно я это делаю. Ну, теперь у меня появились цепи. Я буду пробовать с двумя побольше немножко. И покажу упражнение со штангой, с цепями. Еще. Куда?
Сейчас, буквально 2 секунды запишу. Давай. Сейчас я вам покажу упражнение с цепями со штангой для жимовиков. Получается, у меня сейчас примерно по дискам что 59 на дисках и 28 плюс 28 цепями, да, 59 что плюс 20 79 и еще 87 получается, где-то так, что ли. Вот получается, когда вы отпускаете, у вас цепи опускаются на пол, у вас вес легче. Когда вы со средней, чем выше вы поднимаете, тем цепи поднимаются с пола, и вам тяжелее выдавливать. Вот верхние точки вы давите уже больший вес. Грубо говоря, внизу вы, может, 80 килограмм, а наверху 80, сколько там, 7 или 88 у меня получилось. Вот так вот. Смотрим. Много делать не буду, у меня не тренировка, я показываю вам, потренируюсь я потом, потому что меня уже сейчас звали, через час у меня смена, мне идти нужно к медику отмечаться. Так что, ребят, занимайтесь, несмотря ни на что, нашли какую-то железяку, захотели, занимайтесь. Тяжелая, камень, цепи, штанги, конечно, есть турник, брусья, это вообще... хорошо, но если ничего нету, можно и так своим телом. Поэтому занимайтесь спортом, друзья. А с вами был Спортивный Дед. Всем счастливо, пока.